Я очень доволен, рад, что прошел такой семинар. Мне очень понравилось. Понравилось, что я выступал. Вот. Вот. И понравилось выслушать о работе профсоюзов. Конечно, то, что здесь происходит, это очень, очень важно для рабочего класса, для его борьбы, для его сплочения. Потому что коллектив сплочен, когда профсоюз сплочен, и когда вообще трудящийся пролетариат сплочен и организован, он, естественно, непобедим. Естественно, непобедим. Вот. Очень правильно, что здесь затрагиваются вопросы заработной платы, вопросы рабочего дня и так далее. Дорогие товарищи, очень приятно быть здесь с вами. В этой поездке, в этот раз, в этот семинар, в общем-то, как и предыдущие, вот, это всегда радостно видеть здесь людей, которые борются, которым не безразлична судьба, в общем, развитие рабочего класса и развитие и России. Второй раз приезжаю на Российский комитет рабочих и убежден, что всем, кому не безразлично положение рабочего класса, должны посещать это мероприятие и получать здесь знания по профсоюзной борьбе. Вот. Лично для себя я получаю знания и вот сейчас получаю такой заряд, готовность применять эти знания. Для меня, как всегда, насыщенно и много интересного, нового. Люди начинают делиться большим опытом, чем раньше. Перед нами большая работа, товарищи. Работаем дальше. Неоднократно посещаю РКР уже третий раз в своей жизни, и хочу сказать, что с каждым разом все больше и больше энергии какой-то получается от атмосферы, от того, что здесь говорят, что делают люди вообще в принципе на своем производстве. И огромнейший опыт мы получаем здесь, на этой площадке. Поэтому я хочу призвать всех рабочих, молодых рабочих, чтобы они приезжали, чтобы они делились, уезжали с опытом, боролись, побеждали и приезжали сюда еще раз. С большей энергией, с большим оптимизмом. Я так думаю, что мы сперва поборемся за зарплату в своем коллективе, за улучшение условий труда. И, соответственно, приедем всем заводом на эту площадку. Конечно, постановления, которые были здесь приняты, они очень четкие в итоге получились. Очень хорошие. Мы их так очень хорошо поправки вносили. Я, как по образованию лингвист, и мне понравилось, что такое трепетное отношение к тексту. Это действительно очень хорошо, потому что помогает всем и каждому понимать, что там говорится, и сразу передать рабочим расшифровать. Вот такие емкие, сжатые, хорошие формулировки, без вот этого плавания и так далее. И точные, научно точные, близкие к истине и так далее. Здесь каждый раз, приезжаю на Российский комитет рабочих, я вижу, что идет постепенно, поступательно идет развитие рабочего движения. То есть здесь какой-то новый шаг товарищ совершил. То есть постепенно мы видим, что шаг за шагом идет наше наступление. Мы еще пока очень маленькие, да, для сравнения вот со всем капитализмом, но все равно мы видим, что мы идем вперед, мы на них наступаем. И это видно именно здесь, на комитете. А если сидеть вот где-то у себя одному и смотреть, ну вот, получается у меня, не получается, может, у меня сейчас что-то не получилось, там настроение упало, а сюда приехал и смотришь, что да, вот здесь вот, у этого получилось, у этого получилось, у этого получилось. И слушая, что и как люди делают, падает все это на подкорку, приезжаешь и получаешь новый импульс у себя уже на работе. Я уже довольно давно наблюдал РКР в записи, вот нынче приехал в первый раз. Не дадут товарищи соврать, вчера весь вечер, сегодня утро опрашивал, как оно лучше, хуже, так же, почему. Потому что я смотрел, вот у меня есть определенные впечатления, как они идут. Насколько это интересно, насколько это важно, насколько это лучше. Со временем. А тут я приезжаю, совсем другое впечатление. Такое ощущение, что вот именно этот был прорывным. Вот
Просто эффект от собственного присутствия, он дает гораздо больше, чем наблюдение. И, в общем, да, лично мне гораздо больше дал. То, что я с кем-то пообщался, кому-то позадавал вопросы, кто-то мне попробовал на них ответить более или менее удачно. Потом, хоп, где-то там в голове что-то перещелкнуло, и я понял, где искать дальше. И нашел ответ. Вот хотя бы уже ради этого стоит ездить и общаться лично. Все-таки смотреть записи – это здорово, но это мало, как я понимаю. Тут получается, да, школа сознательного рабочего. Что как? Кто такой сознательный рабочий? Это вот тот самый, который на вопрос «что делаешь?» отвечает «строю дворец». Ну или в нашем случае «я управляю государством». Вот это вот. Вот это сознательный рабочий в высшем проявлении. Что ты делаешь за станком, управляя государством? Что ты делаешь в правкоме, управляя государством? Что ты делаешь в забастовочном комитете? Творю революцию. Ну да, там до нее еще может быть 50 лет, но я ее сейчас уже делаю. Я призываю всех, кто здесь еще не был и думает, поехать или не поехать, поехать и приблизиться к этому состоянию, к состоянию вот этого сознательного рабочего. Российский комитет рабочих – это единственное, по крайней мере, мне известное мероприятие в России, где собираются рабочие, обсуждают проблемы рабочих. Рабочие имеют право решающего голоса и обсуждают совместно, как им вместе решать свои проблемы. У буржуазии, мы знаем, они давно вместе собираются, у них различные союзы предпринимателей, всякие объединения предпринимателей, в Госдуме там представители капиталистов, и сами капиталисты сидят, и они постоянно вместе собираются и обсуждают, как им выгоднее эксплуатировать рабочих, как это удобнее делать. А вот рабочие собираются только здесь, на РКР, и только здесь вместе решают, а что же им делать в их интересах, в интересах всех трудящихся, в интересах рабочего класса. И поэтому, безусловно, всем рабочим, которые хотят что-то изменить, хотят бороться за улучшение своего положения, нужно приезжать на Российский комитет рабочих. И когда тут у нас представительство будет такое же или даже больше, чем у капиталистов, тогда уже можем с ними помериться и в более высоких формах. Там вот, например, отраслевое соглашение принять, это уже будет. Мы сейчас обсуждаем коллективные договора на предприятиях, на отдельных. А отраслевое, это уже в отрасли, это уже серьезнее, а выше отрасли, это вообще экономика вся страны. То есть вот этот путь надо видеть. И второй момент, я хотел вспомнить слова Ленина о том, что формулы настоящего коммунизма отличаются от пышных фраз меньшевиков, эсеров и их братцев из Берна тем, что они все сводят к условиям труда. Вот условия труда мы тут и обсуждаем. Вот сверхурочные работы, борьба за 6-часовой рабочий день – это все условия труда. И вот если мы создадим такие условия труда на всех предприятиях, что будет рабочее время 4 часа в день, будут условия труда не вредные, не будет вредности, не будет опасности. То есть труд будет почетным занятием, то и наступит коммунизм. Заниматься организацией рабочего движения и его развитием – это, на мой взгляд, долг каждого сознательного работника. Когда мы тоже были, только пришли в профсоюзную работу с товарищами, приехали в недавнем прошлом небольшой такой делегации, 3 человека, мы еще не знали, как, с чего начинать, что это вообще профсоюз, это все сложно. У нас был уже профсоюз на предприятии, мы поддержали как бы альтернативный профсоюз, стали в нем работать, не видели, в общем, ничего. Именно благодаря этой площадке нам
у нас, как у слепых кутят, как бы открылись глаза, да, стали точиться зубы. Я думаю, у нас все получится. И что я хотел сказать вот насчет той силы, того духа, который дает эта площадка РКР. Приехали вы к себе на места. Вот сегодня я уже услышал, начнем действовать. Действовать начали, что-то не получается. Не надо отчаиваться, не надо поддаваться панике. Этот момент надо как-то протянуть до октября. Если что-то не получилось, опять приехали в октябре, зарядились и опять поехали осуществлять какие-то действия у себя в коллектив. Если получилось, приехали, также поделились опытом. Потому, почему? Потому что были, значит, товарищи здесь, у них что-то получалось, они приезжали, об этом говорили. Как только они перестали ездить и множить свой опыт, делиться им. Вот сегодня товарищ сказал, здесь были представители Форда, здесь были представители докеров. Как только они с этой площадки пропали, мы от них перестали слышать вообще, что они существуют. Сейчас мы говорим о них в прошлом времени. Да, когда-то у них были успехи, да, когда-то у них были победы. Сегодня у них это все забрали. Это говорит о том, что остановка равно гибель. Нам останавливаться нельзя, нам надо идти вперед. Российский комитет рабочих очень важная организация для развития профсоюзного движения и рабочего класса в целом. Общение на рабочем комитете с активными рабочими, которые уже ведут борьбу на своих предприятиях, очень вдохновляет для действий. Так что всех, кому не безразлична судьба рабочего движения, приглашаю на следующий рабочий комитет, который состоится в октябре. 17-18 октября.